Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». В уральской резиденции Деда Мороза украли второго оленя. Жителей Гатчины огорчила грустная Снегурочка, и в Иванове за пьяное вождение в пятый раз арестован Дед Мороз. Вот такие у нас сегодня новогодние новости в студии Светланы Удельной, Александр Расокин. По идее, то на сегодня должен был быть дневной разворот, но сегодня Новый год, поэтому сегодня у нас с вами будет культ-поход, аж полтора часа впереди с вами. Культ-поход. Слушатели, ну что, еще раз здравствуйте. Полтора часа у нас здесь сейчас будет живой звук, потому что группа Шейкерс, рокобили-банда Шейкерс у нас сегодня в эфире, будет музыка. Сейчас я представлю всех наших гостей. В студии Роман Чащин, Дмитрий Лалитин, Алексей Винокуров. Здравствуйте. 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 Ну что, да, сегодня будет музыка, будут у нас гости, будут поздравления, много чего будет. Слушатели, волна 101.0 FM, вы также можете заходить к нам на сайт hakirova.ru, там у нас видеотрансляции, можете на нас посмотреть, можете к нам звонить. Звоните по номеру 211-101, поздравлять друг друга, нас. И также, конечно же, у нас сегодня будет викторина, как и всегда это происходит в культпоходе. У меня очень много билетов, которые я готова вам подарить, при условии, что вы будете правильно отвечать на наши вопросы. Вопросы мы уже подготовили. Какие билеты у меня есть? Два билета в кинотеатр «Киномакс». Грядут каникулы, столько выходных. Вы можете пригласить кого-либо и сходить в кинотеатр «Киномакс», посмотреть любой фильм, который там сейчас показывают. Также у меня сегодня есть билеты в галерею «Прогресса». Там выставка фотографий вязких и екатеринбургских путешественников по Монголии. Путешествие у них было в 2015 году. Что они нафотографировали, можно сейчас посмотреть. Два билета с радостью я вам подарю. Также там продолжается фотовыставка «100 чудес света». И будет спектакль 4 января в 18 часов. Спектакль «Рождественский вертеп». Два билета тоже мне имеются. В драматический театр можно сходить на спектакль «Любовь и голуби». И также в театр на Спасской, на любой спектакль, что там сейчас показывают, пожалуйста, что играет, можете сходить туда. Также у нас есть сегодня и сертификат в ресторан «Ханой». Напоминаю, что Ленина 89, «Ханой». Работают там все люди, в общем-то, приехали из Вьетнама, поэтому готовят именно так, как это происходит у них. Очень вкусно. Пожалуйста, могу вам с удовольствием подарить сертификат на 1000 рублей. Также у меня сегодня есть еще 6 билетов в кинотеатр «Смену», кинотеатр «Октябрь», «Дружба». Напоминаю, что кинотеатр «Октябрь», «Дружба» в декабре состоялось открытие, так что можно сходить в кино и там тоже посмотреть. Ну и так как у нас сегодня рокобили-банда «Шейкерс» в эфире, конечно же, мы будем разыгрывать и два билета на их грядущий концерт, который случится 9 января в Клевер-пабе в 8 вечера. Все правильно говорю, ребята, да? Слушатели, 211-101, наш номер телефона. И так как у нас сегодня новогодний, праздничный музыкальный эфир, я предлагаю начать с песни. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking all about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, I know, dear. I hope your white Christmas brings you tears. You'll be doing all right with your Christmas of white. But I'll have a blue Christmas. I'll have a blue Christmas, oh, that's certain. Oh, that's when those blue heartaches start hurting. And if you say a prayer on this Christmas Eve, won't you feel the same, dear, as when you prayed with me? And when those white snowflakes start falling, oh yeah. And when those blue memories start falling, he'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue Christmas. But I'll have
blue Christmas. But I'll have a blue, у нас сегодня в прямом эфире группа Shakers. Слушатели, заходите к нам на сайт. Напоминаю, что echokirova.ru. Можете там на нас посмотреть, видеотрансляция. И также у нас викторина. Очень много билетов, которые мы сегодня с радостью вам подарим. Я Александр Расохин. Сегодня у нас здесь Роман Чащин, Дмитрий Лалитин, Алексей Винокуров. Все это группа Shakers. Ребята, ну что, как настроение у вас? Новогоднее? Новогоднее. Новогоднее. Да, прекрасное рождественское настроение. У всех все еще трезвые. Я предлагаю, давайте уже будем играть со слушателями. Я знаю, вы вопросы подготовили. Да, можно поиграть. Давайте. А, друзья, вот такой вопрос. А, кто сегодня четвертый член нашего коллектива? Варианты ответов есть. Можно подсказать? Да, да, конечно. Первое – это Женя. Второе – Билл Мюррей. Третье – Джерри Льюис. И четвертое – Ковбойский конь. Ну, те, кому я подсказала, чтобы нужно заходить на наш сайт echokirova.ru, там, собственно говоря, вот как раз напротив камеры и находится персонаж этот. Слушатели 211-101, звоните к нам, давайте правильный ответ, и сможете выбрать все эти билеты, которые у нас сегодня есть. Пожалуйста, можно сходить и на выставку, и на спектакли, и в кино, и сертификат в ресторан, и очень много-много всего. Пожалуйста, 211-101. Ну, я еще добавлю, что у меня тоже также есть два билета, в том числе два билета на одно из трех мероприятий, которые пройдут в баре Чапай в новогодние праздники. Это либо концерт «Алмазного бикини», все знаем, что это за коллектив. Недавно про героя, про фронтмена был снят фильм нашим звукорежиссером. А также это диско «Крисмас». Диско «Кэтс» будут выступать 6 числа в преддверии Рождества. И «Дизи Шейк», где мы со Станиславом Суворовым будем играть на виниловых пластинках. Станислав Суворов – это один из участников проекта «Пешком порядке». Слушатели, верно. Да, имейте в виду, что билеты на эти мероприятия у нас тоже есть. Да, да, да. И есть у нас уже слушатель до нас дозвонившийся, 211-101, наш номер телефона, напоминаю. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр. Я хочу всех поздравить, всех с Новым годом. Вот, и предположу, что ответ «Ковбойский конь». Ну что, правильно, да. Ребята, да, расскажите. Очень сложный вопрос был, очень сложный. Особенно для тех, кто смотрит онлайн-трансляцию. Почему этот конь здесь? Вот мне Дима сказал, что всегда с собой, да, приносите? На все концерты? Да, я ношу его с собой всегда. На языке психиатрии это называется «мой невидимый друг». У нас только сейчас было не слышно то, что Дима говорит, поэтому, Роман, еще разок продублируйте, пожалуйста. Всегда этот товарищ находится с нашим контрабасистом Дмитрием Лалитиным, и на языке психиатрии это называется «мой невидимый друг». Только он видимый. Его невидимый друг. Ну что, поздравляем мы вас. Какие билеты мне вам подарить? Ресторан «Ханой». Прекрасно, прекрасно. Отличный выбор. Ленина, 89Б, ресторан на 1000 рублей, ресторан «Ханой». Поздравляю вас, трубку не кладите. Вам редактор сейчас расскажет, как вы сможете забрать этот сертификат. А вам нужно это будет сделать сегодня обязательно до 15 часов. Равно и те, кто сегодня выберут билеты, дабы сходить в кинотеатр «Смена», «Октябрь» или «Дружба», тоже нужно сегодня успеть до 15 часов. Ну, потому что праздник. Вот так вот. Ну, осталось совсем немножко. Совсем немножко, да. Ну что, я предлагаю, давайте еще музыку. Да, музыку, а потом еще поиграем. Слушатели, столько билетов. У нас 211-101, наш номер телефона. Пожалуйста, сейчас мы послушаем композицию, а потом будем вновь играть. People, let me tell you something. Let me tell you where I'm at. When you're looking at me, you're looking at a rockabilly man. That's where I'm at. Oh, that music drives me crazy. It gets down in my soul. It makes me laugh and it makes me cry and it makes me lose control. Give me that rockabilly music. I wanna play rockabilly music. Dig it, that rockabilly music. That's for me. I need that rockabilly music. Rap that rockabilly music. Snatch that rockabilly music. That's for me. Thank you.
We'll sing about old Donna, sing about Peggy Sue, Jeannie, 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 well, don't forget Linda Lou. We'll sing about all those rainy nights spent on the railroad track, the night an angel went away, never, never to come back. Give me that rockabilly music, I like that rockabilly music, I love that rockabilly music, that's for me. I hit that rockabilly music, I wanna play rockabilly music, I dig it that rockabilly music, that's for me. Mr. Record President, hold all that gold. It's right to kill our music, but you just can't kill our souls. It's right to sell us something we don't understand. We need some more rockabilly music made for the rockabilly fans. We need that rockabilly music, I wanna play rockabilly music, take it that rockabilly music, that's for me. I need that rockabilly music, rock that rockabilly music, roll that rockabilly music, that's for me. That rockabilly music, I rock that rockabilly music, I wanna play rockabilly music, that's for me. I need that rockabilly music, I wanna play rockabilly music, roll that rockabilly music, that's for me. I need that rockabilly music, I rock that rockabilly music, roll that rockabilly music, that's for me. I need that rockabilly music, rockabilly music, rockabilly music, that's for me. Да, какие-то сложности. Вот я наконец-то появилась. 101.0 FM, наш номер телефона. Сегодня у нас в программе, точнее, должна была быть программа «Дневной разворот», да, что мы, собственно говоря, с Александром тут и делаем. Но так как у нас сегодня Новый год, поэтому культ и поход. Мы разыгрываем очень много билетов на спектакли, концерты, выставки. Слушатели, звоните к нам, отвечайте на вопросы, которые мы будем вам задавать. Правильно отвечайте, я с удовольствием буду вам дарить эти билеты. Я помню, в одной из программ «Культ похода» я слушателей спросила, знаете ли вы, чем укладывает, чем делает прическу свою кук Роман Чащин? Вот я помню, что слушатель дозвонился и правильно ответил. Роман. Ну, потому что это сам Роман Чащин и был, наверное. Нет, он, причем я помню этот эфир. Да? Он не сразу вспомнил название прически, но он вспомнил бриолин. Бриолин, да. И что именно им укладывает эту прическу. А как прическа называется? Называется кук. Да. Да, ну, по-разному называется, есть много видов, можно сходить в какой-нибудь барбершоп, там об этом более подробно расскажут. На самом деле ducktail также называется, утиный хвост, всякие там флэт-топы, куифы и прочее, названий 20. Роман, наверное. У вас сейчас что из этого? У меня что-то типа куифа, наверное, скорее вот все-таки, так. Да. Ну что, да, там светится уже, мне кажется. Слушайте, ну заходите на сайт на наш и посмотрите, ребятам на стиле все, как полагается, в стиле 50-х. Так что смотрите. 201-101 наш номер телефона, у нас викторина, очень много билетов. И вот сейчас вот Алексей Винокуров, обращаюсь к нему. Алексей, пожалуйста, вопрос для слушателей. Вот поскольку список вопросов у Романа... Так. Я ему торжественно передаю свое право задать вопрос. Роман Валерьевич, да. Такой флаг, вернее, такой тогда вопрос для тех, кто часто, наверное, посещает наши концерты. Эти люди, а может быть и не часто, но, наверное, видели, что мы вешаем, чтобы закрыть красивые ноги нашего клавишника Евгения. Которого сегодня нет с нами. Которого сегодня нет. А где он, кстати? Он следит за красивыми ногами перед Новым годом, наверное, за своими. В общем, мы закрываем эти ужасно красивые ноги, чтобы они не отвлекали внимание от музыки, флагами. Так вот, на разных концертах флаги бывают разные. И у меня вопрос в связи с этим. Сколько флагов вообще в нашем хозяйстве? И, может быть, даже вспомните, какие. Ну, хотя бы сколько. Варианты ответов. 1, 2, 3, 4. Все. Все, 1, 2, 3, 4, слушатели, да, 1, 2, 3, 4. А что за флаги, ты тоже нужно ответить, да, или ну, вы потом это не поясните? Обязательно, если ответят, то это, мне кажется, еще какой-нибудь бонус от радио «Эхо Москвы». Слушатели, а можно выиграть, даже ведь сегодня два билета на концерт рокобилли банды «Шейкерс», случится он 9 января, можно потанцевать будет в Клевер-пабе в 8 вечера. Света, можно добавить, еще пятый вариант есть, это вообще не флаги. Это вообще не флаги. Судя по тому, как они выглядят. Слушатели, 211-101, давайте к нам звоните. Ну, а пока расскажите мне, пожалуйста, сегодня у нас все-таки Новый год. Как-то вот так вот. Да как ладно, отмечать-то ладно. Будете? Вот скажите, как полагается музыкантам концерт у вас, наверное, сегодня? Или все-таки с семьей? Или где? Нет, сегодня мы проведем с семьей
этот вечер. Вот, и концертная деятельность у нас начнется только в 2016, в наступающем году. Вот, и сегодня у нас заслуженный отдых, потому что работы очень много было в течение года, и требуется отдых и нахождение вместе со своими близкими. Ну что, все дома, да? Все дома. Да, так, Алексей. Ну, не у нас только. Ну, а мы сегодня на работе так и будем отмечать. 211-101, наш номер телефона. Слушатели, звоните. Вопрос от Рокабили Банда Шейкерс. Рокабили Банда Шейкерс у нас сегодня в эфире, в прямом эфире. 101, и уже на волне 101 LFM. У нас слушатели, мы выводим его в эфир. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, вы в прямом эфире. Алло, я вас слышу. Да, прекрасно. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Михаил, ну, ваши предположения? Мое предположение — три. Роман, три. Не совсем верно. Не совсем. Может быть, подскажем? Вообще неверно. Вообще неверно. А, вообще неверно. Михаил, ну вот как-то мимо, извините, пожалуйста. 211-101, а может быть, у вас есть правильный ответ. Звоните к нам скорее же, скорее. Ну, пока расскажите про флаги-то, про эти, да? Да, вот группа даже спрашивает, сколько всего они знают правильный ответ. Пока не говорит, да. А сколько всего не говорить? Какие флаги сказать? И, может быть, вообще это не флаги, да? Нет, так если я скажу, какие... Сколько всего ног у Жени надо было спросить? Красивых. Одна, две, три. А мне нужно было задать вопрос для слушателей. Что за коллектив у нас сегодня здесь в эфире? Что это за группа? Ребята какие-то сегодня пришли. Дневной разворот, в общем-то, должен был быть. Слушатели 211-101, наш номер телефона. Сколько вот этих вот объектов у Рокабили Банды Шейкерс? То есть называй правильный ответ. Да нет, мы ждем все-таки звонок. Звонок 211-101. Слушатели, ну давайте, позвоните, мы вам подскажем. Очень много билетов, которые я могу вам подарить. Можете сходить в галерею «Прогресса». Там, может, две выставки проходят. В том числе будет спектакль 4 января. Спектакль «Рождественский вертеп». Еще много всего в кино. И в общем-то, еще и можно будет сходить на концерт Рокабили Банды Шейкерс. 9 января случится в Клевер-пабе. Слушатели у нас на линии. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Анатолий. Ну что, Анатолий? Я предполагаю, что это один флаг штата американского, вот мне помнится. Американского штата. Или английский флаг. Нет, не английский, штата американского. Все правильно. Может быть, назовете тогда какого? Так, штат, где зародился рок-н-ролл. Ну вот сейчас скажу. Где музей Элвиса Пресли? Дом музея Элвиса Пресли, ну, это вообще блестящий ответ, я считаю, хоть и не совсем правильный, но, мне кажется, человек заслуживает какой-нибудь подарок. Я озвучу правильный ответ? Да, конечно. Вот, ну, мне кажется, что слушателей нужно все равно поощрить. На самом деле, четыре флага мы вывешиваем. Это флаг штата Теннесси, где как раз находится дом музея Элвиса в городе Мемфис. Вот, да, Мемфис, да, город, да. Точно. Флаг штата Кентукки, флаг штата Техас и, собственно, флаг Конфедерации. Ну что, прекрасно, Анатолий, вы заслуживаете, да, конечно, да, же, того, чтобы я вам подарила билеты. Куда вы хотите сходить? Я, конечно, на группу «Шейкерс». Как я вас понимаю, Анатолий. Клевер-паб. Да, 9 числа, 9 января в Клевер-пабе, 8 вечера. Анатолий, ну сегодня все-таки Новый год, поэтому ну, давайте поздравьте любимых, близких, друзей своих. Я с удовольствием поздравляю всех, кто меня знает. Поздравляю вас, поздравляю группу «Шейкерс». Очень их уважаю, люблю, всегда слушаю при случае. Ну что, спасибо вам большое, трубку не кладите. Вам сейчас наш редактор расскажет, как эти два билета вы сможете забрать. Но сейчас давайте, хочется послушать еще музыку, и потом к нам присоединится еще один гость. Слушатели, не переключайтесь. Well, there's a little juke joint on the outskirts of town. Well, the cats pick him up and lay him down. You get your gal, I get mine. We'll get together, we'll have a good time. We're gonna dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop. Well, I dance to the rock and roll. Well, I dance, dance, dance. Well, I dance, dance, dance. Well, I dance, dance, dance. Again, I dance, dance, dance. When I dance, when I dance to the rock and roll, yeah, I'm gonna get it. Well, the cats come rocking in two by two.
a sound comes single like me and you, dancing to the boppies, there do that flop, then get wrapped, they dance all night. We're gonna dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop, when I dance to the rock and roll, and I dance, 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 well, I dance, 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 when I dance, 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 and I dance, 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 when I dance, when I dance to the rock and roll, to the bop, dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop, when I dance to the rock and roll, well, I dance, 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 well, I dance, 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 well, I dance, 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 yeah, I dance, 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 when I dance to the rock and roll. Рокабили Банда Шейкер сегодня у нас в эфире на 101.0 FM. Живой звук. Слушатели, мы с вами играем. Как всегда, у нас викторина. Очень много билетов, которые готовы вам подарить. Если вы к нам дозвонитесь по номеру 211-101, дадите правильные ответы. У нас есть билеты сегодня и в театр драматический, и в театр на Спасской. В том числе тоже вы сможете выбрать абсолютно любой спектакль, который вы еще не видели, но хотели бы посмотреть. И сейчас у нас в студии Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью театра на Спасской. Известная радиоведущая в нашем городе, наш коллега Юля. Добрый день. Добрый день, Света. Добрый день всем, кто нас в этот момент слышит. Всем добрый день. Я так понимаю, что микрофон чуть-чуть опоздал. Ничего такое бывает. С наступающим Новым годом, конечно, всех. Да, ну что, грядут праздники. Очень много у нас будет выходных. И поэтому хотелось бы услышать, на какие спектакли рекомендуете сходить. Ну, вы знаете, любой кулик хвалит свое болото. Это естественно, поэтому приглашаю на все спектакли. Ну, что касается каникул, то тут, конечно, главную скрипку у нас играют спектакли для детей. И начиная со 2 числа, каждый день практически вы можете посмотреть такие спектакли, как «Морозко», «Снежная королева», «Щелкунчик», «Золушка», а 6 числа мы порадуем, например, всех любителей необычного театра, потому что мы приглашаем вас на спектакль «Театр в театре», спектакль «Мюнхгаузен». Я думаю, что это тоже будет очень интересно для тех, кто не видел, для тех, кто, самое главное, не знает, чем себя занять в каникулы. Мне кажется, это будет очень хорошим подарком для себя. Слушайте, Лена, это действительно будет прекрасным подарком. Я посмотрела спектакль, мне безумно понравилось. Степан Пиктеев, режиссер из Санкт-Петербурга, приезжал для того, чтобы поставить этот спектакль. Искренне рекомендую, если у вас будет свободное время, сходите, посмотрите. У нас сегодня билеты Юлию разыгрываем абсолютно на любой спектакль. Да, совершенно верно, да. Нужно будет дать правильный ответ. И, слушатели, можете сходить, посмотреть абсолютно все, что сейчас есть в репертуаре театра на Спасской. Сейчас я хочу прерваться на небольшую рекламу. Мы вернемся, и группа «Шейкер» с нами остается в эфире, Юлия Беляк с нами. И с вами, конечно же, будем еще играть. Продолжается, как всегда, хочу сказать, по привычке, дневной разворот в Кирове, да. Но у нас сегодня не дневной разворот, все потому что сегодня Новый год, и у нас праздничный эфир, а культ-поход. В студии у нас Рокабили Банда Шейкерс со своей музыкой, живой звук у нас здесь, и в том числе викторина, мы разыгрываем очень много билетов. Вы, слушатели, будьте внимательны, звоните к нам по номеру 211-101, давайте правильные ответы, билеты я вам буду дарить. В том числе у нас есть сегодня 4 билета, 2 по 2, в театр на Спасской, и сейчас у нас в эфире Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью, театр на Спасской, тоже радиоведущий. Юля, еще раз добрый день. Еще раз добрый день. И я, да, я хочу задать вам вопрос. Если вы отвечаете на него правильно, то вы, соответственно, получаете вот эту эксклюзивную возможность попасть на любой спектакль на ваш выбор. А сейчас у нас идут новогодние сказки, и один из спектаклей детских, новогодних, 24 декабря отметил свое 5-летие. Я дам вам 3 варианта ответа. Вы выбираете один, ну и, соответственно, если вы правы, то вы получаете этот билет. Это «Щелкунчик», «Золушка» или «Снежная королева». Ну что, слушатели, 211-101, звоните к нам, и у вас будет уникальная возможность сходить в театр. Ну и те другие подарки, которые у меня есть, вы, собственно говоря, тоже их можете выбирать. Пока слушатели думают, вспоминают, ходили на этот спектакль или нет. А вот у нас, кстати, уже есть дозвонившись, выводим его в эфир. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как представьтесь, пожалуйста. Сергей. Сергей, ваш ответ. Я предполагаю «Щелкунчик». Увы, 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 увы. Может быть, еще один шанс дать им, но все-таки Новый год. Ну,
Ну тогда, наверное, «Снежная королева». Все-таки в Новый год. Ну, пальцем в небо, ну, попал. Да? Попал, да. Попал, мы вас поздравляем, аплодисменты. Аплодисменты, да. Сергей, мы вас поздравляем. Ну что, два билета в театр на Спасской, да? Ну да, хорошо. Достается вам. А мы расскажем вам о том, как получить билеты немножко позже, так что... Трубку не кладите. Вы не кладите, пожалуйста, трубочку. А как мы разыграем вторые билеты? Мне второй вопрос задавать или это вы уже сами? А просто мы их оставим, и те другие вопросы, которые мы будем озвучивать в эфире. Слушатели, я уверена, что тоже захотят их себе забрать и сходить посмотреть спектакль какой-либо, который сейчас есть в репертуаре театра на Спасской. Юля, спасибо огромное, что сегодня к нам пришли. Ну и, конечно, поздравления для слушателей. Я хочу, конечно, поздравить слушателей. Я хочу пожелать всем здоровья. Я желаю, чтобы обезьяна, которая приходит по восточному календарю, не давала вам скучать. Ну и чтобы дом ваш всегда был полной чашей. Что касается радиостанции, на которую сегодня меня пригласили, мне было очень приятно с вами встретиться. Я сейчас пошуршу пакетиком, потому что я пришла с подарком. Ну, вот, наконец-то настал тот момент, когда начали дарить подарки. Да. Так вот, я дарю вам вот такую открытку от нашего театра с теплыми пожеланиями. И просто от себя я дарю вот такую, опять же, кофейную обезьяну для вас. Спасибо огромное. Потому что кофе – это напиток творческих людей, которые, мне кажется, поддерживает каждого из нас. Ну и пусть ваши музы всегда вас тормошат, не дают покоя. С наступающим. Спасибо огромное. Вас мы тоже поздравляем. Спасибо вам большое, что всегда нас поддерживаете. И у нас всегда есть для слушателей в нашей программе «Культпоход» билеты в театр на Спасской. Спасибо огромное. Будем вас рады видеть, так что обязательно приходите. Обязательно. А с Юлей мы прощаемся. Рокабили банда «Шейкерс» у нас остается в эфире. И сейчас, да, мы продолжаем. Сейчас будет очередная песня, и мы ждем еще. Скоро к нам подойдет еще один гость. Hills of old Kentucky, every farmer has a savage hunting dog. The dogs are slick and trim and mighty lucky, 'cause all day long they slip just like a log. But when the sun has come behind the mountain, all the sturdy snarling bellow at the moon. Their spirits are wild and bubbling like a fountain, 'cause they know they'll soon be running after coon. Dogs of Kentucky, wild dogs of Kentucky, what a heat! Wild dogs of Kentucky. The grass is dancing wildly in the meadows, to that tune our hounds are baying from afar. All coon is scared and trembling in the shadows, is wishing he was sun and not a star. Here come the dogs are flying through the field, with coons streaking for the brushing trees. They know that coons are mighty tasty meal. Oh, so it tells that devil's blood would freeze. Oh, wild dogs of Kentucky, wild dogs of Kentucky, what a heat! Wild dogs of Kentucky. Up deep and dark and spooky, but dogs rushing where humans fear to tread. Resporting, farting, chinching, spine looking, they never rest till coons are lying dead. The chase was long and hard and finally ended. They dribbled Mr. Coon down by the stream. They waiting for the shotgun man to end it. All the shouting, jumping, gobbling like a dream. Oh, wild dogs of Kentucky, wild dogs of Kentucky. Wild dogs of Kentucky. Wild dogs of Kentucky. Wild dogs. Of
Рокабили Банда Шейкерс у нас сегодня в эфире на волне 101.0 FM. Слушатели, вы можете также заглядывать к нам на сайт www.hakirova.ru. Там у нас видеотрансляция. Можете на нас с Александром Рассохиным посмотреть, в том числе и на наших гостей, увидеть то, что сейчас к нам в студию подошла уже Гульнара Гарипова, заведующая литературно-драматургической частью Кировского драматического театра. Вот так вот, правильно? Здравствуйте. Молодец. Добрый день всем. Юля, добрый день. Ну что, новогоднее настроение как? А пока еще суматошное, пока еще не совсем понятно, что сегодня Новый год, но тем не менее оно уже определенно позитивное, особенно после такой музыки. Я уже готова встречать Новый год. Слушатели, Новый год, я уверена, что я надеюсь, что у многих сейчас сегодня выходной, и вы дома уже готовитесь в кругу семьи, друзей праздновать год наступающий. Брежете там сейчас, наверное, оливье. Может быть, попиваете и напитки шипучие, слушайте нас. Я надеюсь, что обязательно танцуете. А как усидеть можно? Невозможно. Да? Гуля, ходи. Ходили ли когда-нибудь на концерт группы Шейкерс, и знаете ли то прекрасное чувство, когда усидеть действительно просто невозможно? О, да, Света. Столько воспоминаний с этим связано. Более того, было достаточно много интервью, было достаточно много полноценного общения, и усидеть действительно невозможно. Даже просто общаясь, даже просто разговаривая, такое ощущение, что задается определенный ритм, и хочется уже сразу же пуститься в пляс. Да ведь? Это точно так, слушатели. 211-101 наш номер телефона. У нас продолжается в том числе и викторина. Мы тут разговариваем, музыка. Ну и, конечно же, разыгрываем билеты, которых у меня еще достаточно много. Вы можете звонить, давать правильные ответы. Вопросы скоро прозвучат. Ну, а пока я хочу услышать от Гули. Гули, недавно ведь работаете в театре драматическом. Как работа там и как, с вашей точки зрения, просто когда год проходит, нужно подводить какие-то итоги. Вот самое важное в театральной жизни театра драматического за 2015 год. Мне кажется, театр драматический за 15 год очень сильно изменился. У меня такое ощущение, что, я не знаю, я новый человек, конечно же, там я пару месяцев работаю, но какое-то движение происходит какое-то воодушевление. Вот, по крайней мере, то, что было за этот период, лаборатория, фестиваль, премьеры, приглашенные режиссеры, мне кажется, это очень позитивно. Но, и, естественно, не забываются те традиции, которые существовали всегда в театре, да, все это было. Было, есть и будет. Поэтому, мне 2016-м будет много чего интересного? В 2016-м будет очень много интересного. Очень много сюрпризов ждет. Что интересного можно будет посмотреть в каникулы? Начнем с новогодних каникул. Да, все дни, начиная с 2 января, театр работает, приглашает зрителей, ждет на все спектакли. С утра будут каждый день практически сказки для детей. Будет еще интермедиа, то есть сказочное представление для детей перед сказкой. И вечерние взрослые спектакли. Мы всех приглашаем. Мне бы хотелось пригласить, конечно же, на премьерную сказку Захара Пантелеева, о которой мы уже достаточно много рассказывали, 5, 7 и 10 января. Интересная сказка получилась. Уже ведь показали, как реагируют и дети, и взрослые. Очень разные были вот эти вот 4 премьерных дня, да, они, спектакль меняется, спектакль живет, спектакль с каждым разом, какие-то проявляются все новые и новые нюансы. Спектакль интересный, да, безусловно, интересный. Приходил мой сын, у него возникло желание прийти еще раз посмотреть, он рассказывает своим друзьям, поэтому я всех приглашаю на премьерный спектакль. Более того, 10 января также мы в эфире радиостанции уже озвучивали, но мне хотелось бы еще всех пригласить на юбилейный вечер Андрея Матюшина 10 января в 5 часов. Приходите, пожалуйста, будет какой-то феерический праздник, судя по тому, что какой активной деятельности Андрей и режиссер спектакля «Свободная пара» Максим плюс Нина развернули. Мне кажется, это уже весь город подняли. Да, Максим, привет. Максим — это продюсер Гоши Куценко. Приехал сюда сейчас специально для того, чтобы немножечко изменить этот спектакль. 10 числа слушатели вам показать. И, кстати, музыку к этому спектаклю непосредственно Гоша Куценко и написал. Да, очень интересная история. Да. Слушатели, мы вас приглашаем 10 числа. Запоминайте. Мы там с вами обязательно встретимся. Ну, у нас остается буквально несколько минут до перерыва, поэтому давайте перейдем к вопросам уже. Да. Конечно. Гуля, да. Вопрос. Плавно переходя от юбилея Андрея Матюшина, о котором много уже говорили, мне бы хотелось задать вопрос следующий. В 2016 году в нашем театре состоится юбилей еще одной артистки. Ее знают абсолютно в
городе все любят. И маленькую подсказочку дам. Это народная артистка России. Назовите, пожалуйста, фамилию. Будет юбилей в 2016 году. Слушатели 211, 101, наш номер телефона, набирайте нас. У меня билеты. Напоминаю, что вы можете выбрать 2 билета в кинотеатр «Киномакс». 2 выставки сейчас проходят в галерее «Прогресса». Фотовыставка. Одна посвящена путешествию по Монголии. Вторая фотовыставка посвящена «100 чудес света» называется. Если у вас давно не было отпуска, то можно сходить посмотреть на эти кадры. И такое ощущение, что вы, в общем-то, куда-то и съездили. 4 января там будет спектакль от театра «Кукол. Рождественский вертеп». 18 часов. Драматический театр мы также разыгрываем сегодня. 2 билета на спектакль «Любовь и голуби». Все правильно, Гуля, говорю? Да, 16. Да, у нас есть также 2 билета в театр на Спасской. Слушатели, можете выбрать абсолютно любой спектакль, который вы хотите посмотреть. Вот так прикиньте, в эти выходные, в эти каникулы, какой у вас будет вечер свободный. Я вам, конечно же, рекомендую сходить на Мюнхгаузен. Прекрасный спектакль. Премьера приезжал режиссер из Санкт-Петербурга, поставил. Также у нас сегодня 6 билетов есть в кинотеатр «Смену». Также напоминаю, что «Октябрь» и «Дружба» открылись обновленные, так что вы можете и туда сходить. К печали моей, или, может быть, к радости, 2 билета на концерт рокобили банды «Шейкерс», который случится 9 января в Клевер-пабе, мы уже разыграли, но так или иначе. Ну что, звоните к нам 211-101. У кого юбилей будет в театре драматическом? У какой? Народная артистка. Народная, да, мне кажется, вопрос довольно простой, и у нас уже есть слушатели. Аль, здравствуйте. Добрый день. Да, представьтесь, пожалуйста. Константин, который Бриолин. Константин, вот, который Бриолин, да? Который, когда я задавал этот вопрос, вы дозвонились. Ну, давайте сейчас тоже, давайте правильный ответ. Так, по-моему, это Исаева. Да, совершенно верно. Наталья Николаевна Исаева, народная артистка Российской Федерации. Константин, какие билеты мне вам подарить? Так. Значит, ты... Ну что, может быть, драматический театр сходите, «Любовь и голуби». Вот именно, давайте. Все, трубку, пожалуйста, не кладите. Редактор вам расскажет, как эти 2 билета вы сможете забрать, сходить посмотреть спектакль этот. Гуля, ну что, поздравления для слушателей. Ой, да, я бы хотела поздравить, во-первых, свой любимый театр, всех артистов, всех, кто там работает. Поздравить всех зрителей, поздравить замечательную радиостанцию, которая нас поддерживает и всегда приглашает. И, конечно же, всех слушателей, весь город. И пожелать всем честности, искренности, любви в будущем году. Всех люблю. До свидания. Ну что, Гульнара Гарипова, рокобили банда «Шейкер» с нами остается. Александр Расохин, Светлана Удельна. Сейчас у нас слушатели будут новости, тематические программы. Мы вернемся в следующем часе. У нас также будет музыка, живой звук, и мы будем разыгрывать билеты. Не переключайтесь. А у нас вовсе не дневной разворот сегодня, а программа «Культ походе», потому что Новый год мы решили сегодня позвать рокобили банду «Шейкерс» сюда, прямо в эфир на волне 101.0 FM. Сегодня разговариваем, мы танцуем, мы играем прекрасную музыку. Слушатели, надеюсь, что вам там тоже весело. Звоните к нам по номеру 211-101, когда мы будем задавать вопросы. А если вы дадите правильные ответы, то я с удовольствием вам подарю билеты. Очень много чего у меня еще здесь имеется. 2 билета, например, в кинотеатр «Киномакс», в галерею «Прогресса». Можно посмотреть, сходить. Там у них сейчас 2 выставки, в том числе 4 января будет спектакль «Рождественский вертеп». Есть у нас еще и 2 билета в театр на Спасской. И тоже абсолютно любой спектакль, который сейчас в репертуаре этого театра, вы можете выбрать, сходить, посмотреть. Есть у нас и 6 билетов в кинотеатр «Смена», кинотеатр «Октябрь», кинотеатр «Дружба». И мы уже разыграли 2 билета на концерт группы «Шейкерс» 9 января, который случится в Клевер-пабе. Но и у нас еще 2 билета. Вот поднесли, сказали, разыграйте, пожалуйста, для слушателей. Ничего готовы, не жалко, да. Все готовенькое, пожалуйста. Ну что, группа «Шейкерс», Роман Чащин, Дмитрий Лалитин, Алексей Винокуров. Еще раз здравствуйте. Всем привет. Да, ну сейчас давайте как бодрячком все, да? Все хорошо? Еще потанцуем давайте. Я готова. Ну, под эту песню потанцевать, наверное, особо не удастся. Это песня с нашего нового альбома. Такая трагическая. Раз Новый год, да. You are the girl to make my dreams come true. I know you'll make a perfect wife, but
something tells me I'm gonna leave you soon. Cause you are not the one to end my life. Real true love's not that easy to find. Crashed into pieces for heart of mine. Real true love's not that easy to find. It will break again, I know, not out of mine. No gin, no other finest whiskey blend can melt the ice around my soul. But even if it works, it ain't no use. There is still plenty left to the sugar bowl. Not that easy to find. Crashed into pieces for heart of mine. Real true love's not that easy to find. It will break again, I know, not out of mine. To find, crashed into pieces, for heart of mine. Real true love's not that easy to find. It will break again, I know. Break roots tonight and leave it all behind. Stay wild, be mine till the morning light. Before we part, please tell me you love me and kiss me sweet, my dear, and hold me tight. Not that easy to find. Crashed into pieces for heart of mine. Real true love's not that easy to find. It will break again, I know, not out of mine. Браво, 101.0 FM. У нас сегодня здесь в эфире рокобилли банда Шейкерс и живой звук. Слушатели, викторина продолжается. Наш номер по-прежнему 211-101. Ну а сейчас у нас есть дозвонившийся до нас человек, который хочет поздравить всех наших слушателей. А именно это Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса». Дима, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Дмитрий, ну что, у нас здесь только выходных будет. Рекомендуете ли прийти к вам, на что посмотреть? Ну, это замена отчасти выпуска, мы сами рассказывали про выставку «100 чудес света». Это из миллионных снимков со всего мира выбрали 100 лучших снимков, 100 лучших фотографов уникальных мест нашей планеты. Одна из выставок. Вторая выставка – это Монголия, где ребята, экстремалы-фотографы, экстремалы-спортсмены, каякеры открывали новые пути к сплаву на каяках, проделал на 2000 километров. В Монголию ездили, да? В прошлом году? Они фотографии в Монголию, можно... в прошлом году, да. Так, в Монголию. Они общались с местными жителями, которые живут в юртах, наверное, вот это ближе подходит к этому. Ну, такая самобытная выставка, они, да. Да. Дима, а спектакль вот, 4 января будет, что это? 4 января – это прекрасный актер кукольного театра «Четыре угла». Это историческая, как бы, трактовка Евгения Тарасова на историческую тему про Иисуса Христа и наказание царя Ирода. Это интерактивный кукольный спектакль «Рождественский вертеп». Сторитейлинг, как сейчас принято говорить в театральных кругах. Ну, это прекрасный формат, потому что, ну, как бы современная культура без интерактива, она существовать не может. Дима, то есть вот две выставки и спектакль, то, что будет происходить в «Галерее прогресса» в ближайшие дни. Ну, и мы решили показать мультик для всей семьи. Это лучшие анимационные мультики –
из коллекции Oxford Shorts 2014-2015 год. Когда? 9 января. 9 января. Прекрасно, да. Дима. Ну что, спасибо огромное, что все, весь этот год вы были вместе с нами, и у нас всегда есть билет в галерею «Прогресс» для наших слушателей. У вас всегда есть интересное, что можно, на что можно посмотреть. Всегда к вам приятно приходить. Дима, ну и сейчас, конечно же, поздравления для наших слушателей. Я не сказал бы, что Ричард Гир является моим героем, но вот как я читаю много чего. Я недавно прочел его высказывание. Дима хочет вопрос задать, я практикую. Да не то, что вопрос. Я хочу пожелать, чтобы когда мы, допустим, я сейчас вижу человека, он Гир рассказывает о том, что видит человека, и он желает, я желаю ему счастья. То есть перестать как бы за глаза друг друга ругать, в чем-то там негативно относиться друг к другу, а уже изначально попытаться желать человеку счастья. Вот увидел человека нового, друга, пожелать ему счастья. Да, бывают разные люди, но когда люди неадекватные, с ними можно не общаться. Но если люди идут на контакт, нужно изначально научиться желать ему счастья. Дима, это спасибо. Такой, спасибо огромное. Да, прекрасное поздравление. Да, Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства галереи «Прогресс». Напоминаю, что сегодня мы разыгрываем билеты на те выставки, которые там в галерее «Прогресс», и в том числе сторителлинг, спектакль для детей, рождественский вертеп 4 января в 18 часов будет. Мы продолжаем играть. Да, Александр, ну да. Давай уже, задай вопрос. Слушайте. Да, я задам вопрос и расскажу, опять же, вот ты вот все про билеты, про концерты. А я же говорил, что помимо этих билетов есть и у меня еще два билета на мероприятие в баре Чапай. Но я расскажу сначала вообще, что будет проходить в новогодние праздники там. Ну, понятно, сегодня новогодняя ночь. Завтра будем мы с Дарьей Мальцевой играть соул, фанк, ну, в общем, все такое легкое и веселое. А 2 числа к нам приезжает Владимир Габур, известный в определенных кругах, коллекционер винила. Вместе с Андреем Гориллой будет он играть диско. Радиоведущий тоже, кстати, коллега. Да, когда-то радиоведущий. А 3 числа устраивает, вот говорили сегодня про барбершопы, как раз-таки один из барбершопов, Катлерс, устраивает также мероприятие в баре Чапай. Но это ладно, сейчас по мероприятиям, на которые разыгрываются билеты. 4 числа будет концерт «Алмазного бикини». И в связи с этим концертом, кстати, будет связан следующий вопрос, так что внимательно слушайте. 5 числа будет проект «Dizzy Shake». «Dizzy Shakes» это проект, когда играются с винила различные мелодии танцевальные. Будем играть мы со Станиславом Суворовым. И 6-го «Disco Christmas». Опять же, коллектив «Disco Cats» будет играть диско. Все, да, очень просто. Дарья Мальцева, вокалистка этого прекрасного коллектива, была у нас недавно в эфире. Ну, отлично, девушка поет. Роман, знаете, да, как Дарья поет, слышали? Да, слышал. И более как? Того, ну, играем в тех же заведениях вместе. Ну, не вместе, а имеется в виду, в тех же заведениях. На тех же самых местах. На тех же самых инструментах. Ну что, вот прекрасно, вопрос. А вот по поводу «Алмазного бикини». Совершенно неожиданно для некоторых, а ожиданно для других. Не так давно произошла презентация фильма про фронтмена этой группы. Про фронтмена группы «Алмазное бикини». Этот фильм срежиссировал, поставил, снял наш коллега, наш звукорежиссер Денис Князев. Все верно. И вопрос, как называется этот фильм? Подсказка. Название фильма – это имя фронтмена группы «Алмазное бикини». Слушатели 211-101, много-много раз говорили мы об этом в эфире и в социальных сетях писали. Действительно, гордимся мы нашим звукорежиссером, который еще и видеорежиссер, и монтажер, и продюсер. Прекрасный фильм. И, да, музыкант. Звоните к нам. Как же называется этот фильм 211-101? Очень много билетов, которые я могу вам подарить. Вам нужно лишь дать правильный ответ и выбрать то, куда вы хотите сходить. 211-101. Ну что, пока слушатели, может быть, в интернете ищут или вспоминают, мне кажется, можно еще песню послушать, да, Роман Валерьевич? Да, конечно, конечно. Музыкант настраивается. Да. Давайте. Little Miss Linda, little Miss Linda, little Miss Linda, she's mine. Little Miss Linda, little Miss Linda, little Miss Linda, she's fine. A little Miss Linda, a little Miss Linda, she sure got them crazy curves. Little Miss Linda, little Miss Linda, sure does shake my nerves, yeah. She flips me, ooh, the all of her butt grips.
she shocks me. Ooh, little Miss Linda, she rocks. Little Miss Linda, little Miss Linda, little Miss Linda, she's mine. Little Miss Linda, little Miss Linda, little Miss Linda, she's fine. Little Miss Linda, little Miss Linda, she sure got that crazy curves. Little Miss Linda, little Miss Linda, sure does shake my nerves, yeah. Ooh, she flips me, ooh, she grips me, ooh, she rocks me, ooh, she shocks me, ooh. She flips me, ooh, with the upper lower back, grips me, ooh, she rocks me, ooh, she shocks me, ooh, little Miss Linda, she rocks, little Miss Linda, she rocks, little Miss Linda, she rocks. Браво, волна 101.0 FM, рокобили банда Шейкерс у нас сегодня здесь в эфире, продолжает играть для вас свою музыку, слушатели, а вы к нам звоните по номеру 211-101. Уже дозвонились. Да, вопрос какой был, повторю еще раз. Да, вопрос был, фильм, как его название, который срежиссировал наш коллега. Снял, смонтировал звукорежиссер Денис Князев. Посвященный, слушатели, фронтмену группы «Алмазная бикини». Да, алло, здравствуйте. Алло. Добрый день. Добрый день. Вы в прямом эфире. Добрый, как вас зовут? День. Ирина. Ирина, здравствуйте. Ну что, как называется фильм? Операция «Алмазный бикини». Вот. Так, так называется группа. Павел Мятный. Да, все да. Верно. Мутанга. Алло, алло. Да-да-да. И, соответственно, фильм называется как? Мутанга. Нет, фильм... Операция «Алмазный бикини». Ну, что-то все в кучу, Ирина. Ну, Александр подсказал... Операция «Алмазная бикини». Это называется группа. Группа, да. В этой группе фронтмен. И фильм называется так, как его зовут. Вы уже сказали, что его зовут Павел Мятный. Соответственно, фильм называется... Мятный. Павел. Мутанга. Павел Мятный. Ирина, ну, все правильно. Его зовут Павел. И фильм называется тоже Павел. Какие билеты мне вам подарить? Ирина, какие билеты хотите? Ой, господи. Так, я хотела на вот концерт предыдущий. Концерт рокобили банды Шейкерс в Клевер-пабе 9 января. Да. Алло. Очень вас плохо слышно. Да-да. Ну, вот, да, конечно же, я вам с удовольствием дарю эти билеты. Поздравляем мы вас с Новым годом наступающим. Трубку не кладите, вам редактор сейчас расскажет, как эти билеты вы сможете забрать. Ирина, ну что, прекрасный вечер вас ожидает 9 января в Клевер-пабе. Можно будет хорошенько потанцевать. Кстати, фронтмен этого коллектива зовут Роман Чащин. Я почему-то ожидал, что вот Ирина выберет билеты на группу «Алмазная бикини», все-таки добьет. Так настойчиво просто. Да. Отлично, слушатели. Ну, вы берите пример с Ирины, к нам можно звонить, 211-101, поздравлять себя любимых и близких, и друзей, и нас можно тоже поздравить. У всех сегодня Новый год, праздничный эфир, должен был быть дневной разворот, но мы решили сделать культ-поход, позвали рокобили банду Шейкерс, и они вот играют для вас свою любимую музыку. Я хочу тоже задать вопрос. С группой Шейкерс мы знакомы уже очень давно. Первый раз я побывала на их концерте, когда мне было, ой, господи, 16 лет. Вот так вот. И услышала я их в заведении под названием «Джаз-клуб» на Московской 33. Кстати, Рома, знаешь, у нас до сих пор с девочками есть такая шутка, когда спрашиваешь, скажи, пожалуйста, как я выгляжу? Если тебе твоя подруга говорит, ну, ты просто мечта Ромы Чащина, то значит, у тебя все хорошо. Ты должен сейчас посмеяться. Или хотя бы улыбнуться. Не, посмеялись уже хорошо в предыдущем эпизоде. Я думаю, что, ну, это вообще... Это пик программы было просто.
Вот. Мы с удовольствием видим слушательницу на нашем концерте. Надо обязательно познакомиться лично. Это наши люди. Это наши люди, просто вообще без вопросов. Я уверена, что Ирина, что Ирина — это мечта Ромы чаще. А про фразу, да, ну... Что сказать? А какая фраза была еще раз? Когда спрашиваешь вот у подружки, скажи, пожалуйста, хорошо ли я выгляжу, если она тебе отвечает, ну, ты просто мечта Ромы Чечина, значит, все хорошо у тебя. Ну, фиг знает, как говорит Женя. Может быть. Но да. Сегодня Жени с нами нет, он так не говорит, зато я вас хочу, слушатели, спросить. Вот как раз вот те далекие времена, возможно, вы тоже ходили на концерт рокобили банды Шейкерс туда, в джаз-клуб на Московскую, 33. Скажите, какие еще коллективы тогда там выступали? 211, 101. Ну, вы так прикиньте, звоните, я вам, конечно же, подскажу. 211, 101, что могу сказать? Один из коллективов, который там раньше выступал, часто бывает у нас здесь в эфире, в программе «Культ поход», был там, был и джаз, и много чего было, и блюз там был. Многие музыканты, которые там выступали, сейчас живут в других городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Звоните, давайте повспоминаем. 211-101. Роман, а сами-то помните те далекие времена? С трудом, но вспоминаю. Тем более еще ты такую отнесенность, да, сделала к возрасту. Я теперь вспоминаю, что действительно это было хорошее время. Возможно, я не все помню, но какие-то коллективы запали мне в душу особенно сильно. Ну что, слушатели у нас есть, 211-101. Да, да, до нас кто-то уже дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Евгений. Евгений, мы с вами встречались на концертах когда-нибудь? Ну, не знаю, может быть. Может быть, да. Ну что, вы ходили тогда в джаз-клуб на Московскую, 33? Вы задавали такой вопрос кому-нибудь, который задавала Светлана? Ну вот я вспомнил, группа была Кристофер Робин, помните такой, нет? Мы помним, но... Была такая, да, группа? Да, но не в джаз-клубе, по-моему. Не в джаз-клубе, я такую не помню. Ну, немного где выступали, но была... Сейчас, к сожалению, тоже нет. Не выступали они в джаз-клубе? Нет, но мы отлично знаем людей из этой команды и до сих пор продолжаем с ними общаться, самое интересное. Может быть, еще кого-то назовете? Нет? Можно сказать, может, вы намекнете, подскажете. Вот я намекаю, один из коллективов недавно были у нас в эфире в программе «Культ поход», тоже билеты мы разыгрываем. Сегодня, к сожалению, на этот коллектив мы билеты не разыгрываем, но, в общем-то, речь про них шла уже много-много раз. Латино-джаз они играют. «Эль Танго»? Да, все верно, все верно. Ну что, не буду томить, я вас скажу. «Эль Танго», был у нас такой коллектив «Солнышко», джаз был. Был коллектив под названием «Дуэт Июнь», Роман Валерьевич. «Дуэт Июнь» — это прекраснейший дуэт. Прекраснейший. Давай, вот, давай вспомним, как это было. А это было так примерно. «Конечно, Вася, ты-ты-ры-ды-ды, Вася, ты-ты-ры-ды». Ну что-то из «Браво» там было? Да. Было, было. А еще был коллектив «Сан-Квентин» назывался. «Ты...» С высоты вот это они пели, вот, да? Это. А Сен-Квентин, помнишь? Вот это я помню. Ну, давай, давай, как это было-то? Так это было зубами? Зубами, да, зубами по струнам. Вообще нещадно. В лучших традициях Джимми Хендрикса. В лучших традициях Джимми Хендрикса. Мы вас поздравляем, какие билеты мне вам подарить? А куда остались, подскажите, пожалуйста. Ой, знаете, так, у нас есть два билета в кинотеатр «Киномакс». Можете посмотреть все, что у них там сейчас идет. Кстати, слушатели, если даже вы вот сегодня не выиграете два билета в кинотеатр «Киномакс», вы можете сходить, приобрести. Стоят они всего лишь от 99 рублей, а в формате «Дибокс» всего от 199 рублей. Есть у нас билеты в галерею «Прогресса». Там две прекрасные выставки, в том числе будет «Сторителлинг», «Рождественский вертеп» 4 января в 18 часов. Есть у нас два билета в театр на Спасской. Тоже вот посмотрите на сайте, какие спектакли идут, можете выбрать, посмотреть то, что вы хотите. И еще у нас есть 6 билетов. Это кинотеатр «Октябрь», «Дружба» и «Смена». Ну что? На Спасской. Театр на Спасской. Прекрасно, да. Там премьера, Мюнхгаузен сейчас. Вы, пожалуйста, трубку не кладите. Вам нужно будет сейчас пообщаться с нашим редактором. Она расскажет, как билеты свои сможете забрать. Спасибо вас тоже. С Новым годом. Ну что, давайте еще поиграем, да? Еще вопрос. Роман Валерьевич, да, вот да, ваш да. Списочек вот тут, а пожалуйста. Еще вопрос, вопрос хотелось бы услышать, да. Вопрос такой будет. Так. Вот, допустим, кроме барабанных палочек, в некоторых песнях я играю на ударных так называемыми и варианты ответов. А. Щетками. Б. Метлами. В. Швабрами. Г. Вениками. Угу. Я что-то сам даже думаю. Чего у меня сейчас играешь? Выглядит вообще это просто вот как... Что точно, как такое? Один из этих вариантов. Ты же граблями играешь. Нет такого варианта. Мы всегда так думали. Слушатели 211-101, наш номер телефона. Может быть,
покажем слушателям, как звучат. Грабли вот эти? Да, вот. Как они звучат, как звучат. Ну, Роман Валерьевич, изобразите. Вот так вот скребется Роман Валерьевич. Слушатель у нас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Дима. Дима. Дима, как Новый год надвигается? Весело, нет? Ну да, нормально, весело. Чем занимаетесь сейчас? Прогуливаю школу. Сейчас, ну... Так, оливье просто... нарезали уже, помогли всем на кухне? Да, помогли. Все, сейчас уже... готовимся к Новому году. Прекрасно, прекрасно, Дмитрий. Ну что, ваш вариант ответа? Я считаю, что щетками. Щетками, да? Роман правильно. Валерьевич, это абсолютно все-таки щетки. Абсолютно верно, абсолютно. Ну, такой сложный вопрос. Дмитрий, мы вас поздравляем. Поздравляем. И вот, пожалуйста, сейчас у вас будет такая нелегкая задача выбрать билеты, которые вы хотите забрать. Куда хотите сходить? Вот я вам рекомендую сходить на спектакль «Рождественский вертеп» 4 января в 18 часов в галерее «Прогресса» от театра «Кукол». Так. А нельзя в смену? А в смену, конечно же, можно. Не то, что можно, а нужно. Два билета. Дмитрий, мы вам сейчас подарим. Вы только трубку не кладите. Наш редактор расскажет, как вы сможете сегодня их забрать. Ну и поздравления от Дмитрия. Дмитрий, алло. Ну, поздравляю с Новым годом. Желаю счастья. Так. Спасибо. Да, спасибо большое, Дмитрий. Все. Счастья, и мне кажется, этого достаточно. Спасибо за звонок. 211-101 наш номер телефона. Да, но сейчас у нас скоро уже будет реклама. Я сейчас ребятам предлагаю еще поиграть. Потом «Рокобили Банда Шейкерс» останется у нас в эфире. Будет у нас викторина «История создания». К нам придет Владимир Сметани, загадает. Слушатели, вам тоже загадку, только историческую, связанную с историей нашего города. Там тоже есть призы, сертификат в ресторан «Райком», либо в... как называется, я забыла. Пивной дворик, да. Тоже сможете выиграть. Слушатели 211-101 наш номер телефона. Ну а мы пока в таком составе тут и остаемся. Реклама будет скоро. А пока музыка от «Рокобили Банды Шейкерс». Да, сейчас грабли как раз. Come back, baby, I wanna play house with you. Hell, you may go to college. You may go to school. You may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. Now, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Listen, I'll tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. Now, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Well, this is one thing, baby, I want you to know. Come on back, let's play the house so we can act like I did before. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Hey! Well, listen to me, baby, try to understand. I'd rather see your dead little girl than to be with another man. So baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Well, come back, baby, I wanna play house with you. Так прямо хочется сказать, что продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. А нет, сегодня программа «Культпоход», но никто не отменял викторину «Историю создания». Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания.
Добрый день, и с наступающим. Меня зовут Владимир Сметанин. Напомню, сегодня четверг, 31 декабря, и традиционный день для этой викторины. И сегодня поистину у нас уникальный эфир, да, впервые за 5 уже с лишним лет существования нашей радиостанции. Да, к нам наконец-то до нас дошли ребята из рокобильной телебанды Шейкерс. Да, полтора часа у нас живой музыки, все очень здорово, все очень классно. И еще вот я хочу, да, в продолжение этого марафона по розыгрышу всевозможных билетов и подарков тоже внесу свою лепту. Сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич» достанется сегодня тому, кто дозвонится по номеру 211-101 и правильно ответит на мою загадку. Я сразу хочу предупредить наших слушателей, что мы еще все-таки для поздравлений группы Шейкерс, да, оставим время и для композиции еще. Конечно, финальную, да. Такую жирную, а может быть, ребята сейчас жирную праздничную точку отгадают и дадут правильный ответ на вопрос, который ты задаешь. Ну, давайте. Ладно. Начинаю. А, с вопроса хочу начать. Свет, Саша, где сегодня отмечаете Новый год? Дома? С друзьями дома. Ну, ребят-музыкантов уже спрашивали, да? Тоже дома, тоже в семье. Под елочкой. Да, а вот знаете, в 19 веке и в начале 20 века вятская знать отмечала Новый год в здании, о котором я уже упоминал в последних викторинах, и сегодня представитель приходила к вам, да? Я понятно, имею в виду, где это. Спасская, 17, да. Современный адрес театра на Спасской. Это здание, а вернее, один из этажей этого здания некогда занимал так называемое Вятское благородное собрание. Да. Было такое. И вот сегодня немножко из истории этого элитного, не побоюсь, этого клуба. Собрание было открыто в январе 1850 года. Первоначально число его членов составляло 60 человек. Почетным попечителем собрания тогда стал сам губернатор. Звали его Аким Иванович Середа. Вот не вторник, не четверг, не пятница. Середа. А середа, да. Собрание создавалось для приятного времяпрепровождения, игр, чтения газет, журналов и всяких периодических изданий. Членами этого благородного собрания могли быть дворяне, чиновники, купцы, как те, кто постоянно в нашем городе проживал, так и иногородние. Максимальное число членов ограничивалось 150. Члены собрания обязаны были в точности соблюдать все правила, потому как за нарушение их могли исключить из этого заведения. Каждый член собрания имел право привести с собой двух гостей. Вход в собрание для членов и гостей был открыт 3 раза в неделю, то есть не еженедельно работала, не каждый день, по воскресеньям, вторникам и пятницам, с 7 часов вечера до 2 часов после полуночи. Вот те, кто засиживался после 2 часов, их могли еще и оштрафовать, мол, уходите-ка отсюда, хватит. Список мероприятий, который проходил в этом благородном собрании, ну, кроме, естественно, там, новогодних, рождественских праздников. Балы, маскарады, семейные вечера, благотворительные мероприятия, концерты всевозможные. Сборы от благотворительных вечеров шли на поддержание приютов тех же, больниц, учебных заведений, инвалидам тоже доставалось. Ну, постоянные члены со своими семействами имели право на бесплатный вход. Гости-мужчины, вот известно, платили за вход каждый раз по 50 копеек серебром, а с дам никакой платы не взималось. Вот так вот. Я так понимаю, что пора уже задавать вопрос. Угу. Да. Давайте вопрос озвучим. Вот известно, что Вятское благородное собрание, которое потом стало называться общественным собранием, было местом, где впервые в городе Вятке появилась некая игра, развлечение. Она благополучно, эта игра существует до сих пор. Вот дозвонитесь сейчас 211-101 и дайте свой вариант ответа. Что это была за игра? Вот. Впервые она именно там появилась. 211-101, сертификат на 1000 рублей. Я не сказал, да, по-моему? Сертификат, ну, повтори. Сертификат на 1000 рублей либо в ресторан «Райком», либо в пивной дворик вам достанется. Звоните, отвечайте. Я сижу к нашему редактору и к нашему волшебному окну спиной, не вижу. А пока ничего не происходит. Будем сигнализировать. Смотреть не на что. Пока. Игра. Ну, я так понимаю, что тут разброс-то, да, широкий, много вариантов. Можно игра, она сейчас законна, она как бы... Да, все, вполне, да? Конечно. Конечно. Если я... Вертится, точнее, уже так и хочется произнести еще одно слово, но это будет уже такой откровенный намек. Подсказка, да? Это уже не просто игра вот в настоящее время, в наши дни. Играют все за рубежом, в России, на международном уровне, все эту прекрасную игру знают. Слушатели, 211-101, звоните к нам, сертификат на 1000 рублей либо в ресторан «Райком», либо в пивной дворик. Да. С удовольствием мы вам отдадим. Я, может быть, бонусом вам еще какие-нибудь билеты тут подарю. У меня кое-что аж сертификат осталось. Сертификат на 1000 рублей в райком в пивной дворе. Соревнования проводятся? Соревнования, да, проводятся. Роман Валерьевич, знаете ответ? Нет? Что это было такое? Ай, я так
Или что, будем отвечать? Я не смотрел никуда. Просто очень хочется в пивной дворик. Хочется, да? Так а что вы за игра? Скажите, что сказать? 211-101. Ну, давайте будем ждать, пока все-таки кто-нибудь дозвонится из наших слушателей. Мы сертификаты отдадим музыкантам. Вятское благородное собрание. Вот, в 19 веке. Вот именно там впервые наши предки, вечане, смогли увидеть эту игру и попробовать свои силы в этой игре. Ну что, дальше подсказывать, да? А, слышу, слушатели. Слышу, звонок, ну, что все-таки ж, 211, есть. Что за игра-то 101. Появилась? Будем в нее можно звонок. Будет сегодня поиграть, да? В новогоднюю ночь. Ты как-то надо развлечься. Ну, для этого нужно специальное оборудование. А, вот, вот так вот. Слушатели у нас Давайте. Есть? Алло, здравствуйте. Алло. Да. Алло, слушаем вас. Игра «Мафия», мне кажется. Нет, что вы, какая «Мафия»? Более древняя игра, о ней идет речь. Это был 19 век, ну что вы. Я не думаю, что в «Мафию» сражались в 19 веке еще. Нет. Это неправильный ответ. К сожалению. Хорошо. Да, до свидания. Да. Так, время утекает. Давайте я вот такую жирную подсказку сейчас дам. В настоящее время это даже вид спорта. Слушатели. У нас даже в России есть федерация да этого спорта. Да все же настолько предельно просто 211-101. Вот хорошо ты сейчас сказала. Настолько. Настолько. Подсказывай, да? Есть еще звонок? Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Алло, алло. Как вас зовут? Евгений Павлович. Евгений, что за... Это игра «Лото». Нет, это не «Лото». Да что ж такое-то? Это не «Лото». Слушатели, ну давайте, соберитесь уже. Так, 201, у нас еще время 101. Нужно нам для того, чтобы у нас композиция мощная еще прозвучала. Звоните еще 201-101. Давайте я произнесу... Что? Не знаю. Ничего не произнесу. Вульгарное слово... Палка. Вот палка нужна для этого. Ну, палка-то по-другому называется, естественно. Слушатель у нас на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. Да, да, слушаем вас. Как вас зовут? Может быть, это шахматы, это Елена? Не шахматы, да что ж такое-то? Это не шахматы с палкой. 211-101, звоните. Слушайте, еще. Так, час, я так, понимаю, так. Что уже практически вот, праздник, у вас там вот, оливье и шампанское, но надо все-таки собраться, дозвониться вот, и дать правильный ответ. В этой игре много шаров. И у нас еще и один палка слушатель. Еще есть. Алло, да. Звать Валерий Яковлевич. Да, Валерий, как, что за игра? Не палка, а кий. Кий, а конечно. Это бильярд. Бильярд, все, сыграли сегодня, наконец-то. В предпраздничный день. Бильярд появился, да, действительно, вятском бильярде. Я могу вот еще вот подарить билет в галерею «Прогресса» нашему, да? Без проблем. И скажите, пожалуйста, вот есть две выставки и вот спектакль еще. Могу вам щедро отдать. Хотите ли вы? Алло? Алло. Да, хотите еще в довес в галерею «Прогресс»? Мне, пожалуйста... Так. Так. В райком. Ох. Ну, это вы уже сами, это само собой. Само собой. Само собой. Не без этого. Хорошо, все. Давайте отдаем нашего слушателя нашему редактору. Пусть пообщаются. Ресторан «Райком», либо пивной дворик. Сертификат на 1000 рублей в очередной раз разыгран. В этом году викторина «История создания» заканчивается. Володь, быстренько поздравления, я еще поговорю чуть-чуть. Поздравления. Вот ты знаешь, я хочу присоединиться к словам Ильи Николаевича Курагина, гендиректора компании «Вятич». Вот он как вкратце поздравил. Самое главное – это здоровье и благополучие близких. Желаю, чтобы родители заботились о своих детях, а дети о родителях. Руководитель обеспечивал работой и достойной заработной платой своих сотрудников, а сотрудники ответственно относились к задачам. Понимание вам, мира, добра, с Новым годом и Рождеством. Ну что, золотые вот слова, слушатели. Я напоминаю, что генеральный спонсор нашей программы «Культ Поход», Центр красоты реформы, находится на Герцена 58. Можно там привести себя в порядок и выглядеть прекрасно в эти новогодние дни. А также я напоминаю, что техническая поддержка, если бы не вся эта аппаратура ими предоставлена, ничего бы у нас сегодня с вами не случилось. А, значит, компания «Профисаунд», Ленина 102Б, в здании филармонии они находятся, магазин музыкальных инструментов, света и звукового оборудования. Слушатели, сейчас будут еще поздравления от музыкантов рокобили банды «Шейкерс». Я же хочу вам пожелать, ну, конечно, и здоровья, и счастья, и много чего сегодня вам желали, но я же за спорт, поэтому занимайтесь спортом, пусть бодрость духа и тела будет всегда у вас. Роман Валерьевич, добрые слова для слушателей наших. Друзья, хочу вам пожелать, чтобы наступающий год был для вас как настоящий ирландский виски, собирающий вокруг себя только настоящих преданных друзей, согревающий изнутри и гармоничный. Слушайте хорошую музыку и, самое главное, оставайтесь людьми. Группа «Шейкерс». Ну что, сейчас песня завершающая, да? Рокобили банда «Шейкерс». Rock, a jingle bell sing and a jingle bell swing, glowing and blowing up
bushels of fun. Now the jingle hopper has begun. Jingle bells, rock. Jingle bell time in a jingle bell time. Dancing and prancing in a jingle bell square. Here in the frosty air. What a bright time. Is that right time to rock the night away? Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one horse sleigh. So giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. I mix and I mingle in a jingle and feet. That's the jingle bells rock. Dancing and prancing in a jingle bell square. In the frosty air. What a bright time. Is that right time to rock the night away? Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. So giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. I mix and mingle in a jingle and feet. That's the jingle bells rock. Merry Christmas, everyone.